Всем привет! Сегодня, как вы уже догадались по первым кадрам, у нас на канале будет снова тема кулинарных шоу. А именно, скоро у нас наступают новогодние праздники, рождественские праздники, поэтому, чтобы разнообразить праздничный стол, мы будем с вами делать сейчас не оливье, не винегрет, не холодец, а что-то легкое, легкие закуски, которые очень легко съедаются и очень быстро и легко усваиваются нашим желудком и не создают никакого балласта в организме. Поэтому сегодня мы с вами разделим наше видео на две части. В первой части у нас будет морковный салат с чесноком и майонезом, а во второй части будет тоже легкий салат из красной свеклы с чесноком и майонезом. Ну что ж, давайте начнем. Для начала мы перетираем на терке нашу морковку. После этого мы к этой морковке добавим порезанный на мелкие-мелкие кусочки чеснок. Готово. Вот у нас наша морковочка. Сейчас мы будем сюда нарезать чесночок для того, чтобы придать пикантности нашему морковному салатику. Разрежаем наш чесночок сначала вдоль, потом поперек и режем на мелкие-мелкие кусочки. Почему именно вот такие вот я решил показать очень быстрые и легкие способы приготовления различных закусок, салатиков, там, как вот было скоростной салат из белокочанной капусты, в состав салата входит только капуста, уксус и перец, так и здесь. Делается это очень быстро, делается это очень легко, и потом не создается никакой тяжести в желудке. Это как у моего знакомого, один мужик позвонил ему после Нового года и говорит: послушай, говорит, у меня, говорит, проблема. Ты, говорит, не можешь подсказать, что мне, какое лекарство выпить, чтобы, говорит, стало полегче тут. А что случилось? Да ты знаешь, говорит, я на Новый год, говорит, не знаю, может, таблетку какую неправильно выпил. А что ты, говорит, ел на Новый год? Ну как всегда. Я тарелочку холодца, водочки. Тарелочку винегретика, водочки, тарелочку оливье, водочки, ну, селедочка под шубой, там, водочка, там, пирожки, там, туда-сюда, вареники, ну, пельмешки там были, ну, конечно, сладкого, там, без сладкого не обошлось, кофейку там, туда-сюда, а чувствую, говорит, утром просыпаюсь, говорит, дышать не могу, живот мутит, голова тяжелая, говорит, я, говорит, уже второй день не могу прийти в себя, может, говорит, лекарство какое неправильно пошло или что? Ну, что я могу сказать? Не можешь жрать, лучше не берись. Так, чесночок готов. Сейчас мы будем смешивать чесночок с нашей морковочкой, а потом добавим туда немножко майонеза. И первая часть нашего видео о приготовлении скоростного салатика будет, можно сказать, уже готовой. Так, вот, пожалуйста, добавили чесночок. Теперь мы берем обычный наш майонез, не бойтесь, это не петарды, это банка с майонезом. Добавляем сюда наш майонез, без какой-либо соли, нам этого вполне достаточно. Берем ложечку и просто-напросто хорошо, но тщательно перемешиваем и получаем наш скоростной салатик из моркови с чесночком и с майонезиком. Конечно же, для сорвиголов, как они себя называют в возрасте 90 или 100 лет, есть еще маленький ингредиент, который можно добавить в этот салат. Или петрушечка для красоты, или
молотый черный перец или красный перец чили. Зависит от того, какие у вас предпочтения и вкусы. Как говорится, о вкусах не спорят. Так, что у нас тут получилось? Вот так. На такую вот мисочку салатика, на такую порцию салата из морковки с чесночком у нас ушло 6 средних морковочек и 3 зубчика чеснока. Вот смотрите, сколько у нас ушло времени. Ну, конечно, если не считать то, что я несколько минут натирал морковку на терке, ушло буквально 5 минут на приготовление этого салатика. Итак, первая закуска в виде морковного салата с чесноком и майонезом готова. Продолжение видео будет о скоростном салате из красной свеклы, тоже с чесноком и с майонезом.